всем русским. Всем русским жить хорошо? Хорошо. Мне, например, я русская, мне хорошо живется. А не русским? А не русским, не знаю, пускай живут на своей территории, где живут. Всем вообще похуй. Всем русским жить хорошо? Хорошо. Мне, например, я русская, мне хорошо живется. А не русским? А не русским, не знаю, пускай живут на своей территории, где жили. А то, как действительно эмигрировали отсюда к нам, мне больше сейчас русских меньше, чем приезжих. Куда ни кинься, сейчас-то госпиталь. С медицины очень плохо. Опять и в медицину они вклюнулись, все эти нерусские. Там врачей много нерусских? Конечно, очень много, вот особенно в первой поликлинике. Вы сами подольские, нет? Я с Москвы, она с Ростова. Ростова нет, вы какие-нибудь документики предъявили бы, а то вдруг вы какие-нибудь... Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй! А, как вот сейчас показывает? Документики? Да, есть у вас что-нибудь? А, блин, мы боимся давать документы. Нет, а вы покажите, я посмотрю. Вдруг вы сейчас заберете нас в отделение. А, ну тогда разговор отключен. Мы мошенники мы. Мы же вас ничего не украли, какие мы. А мы знаем, что вы ничего. Вы не можете, а что? Я тоже могу. Ну, хорошо, ладно, извините, пожалуйста. Олигархом. Олигархом только? Да. А почему так происходит, что у нас? Потому что у них подчинены все ресурсы России, которые работают на них. А вот простым людям что делать в нашей стране? Быть работягами, холопами, наверное, что ли. То есть иного выхода. Короче, в общем, я скажу так. Кто сумел, тот и... И выбрался из болота. Вот я скажу так. То есть я... Не могу ничего сказать. Кто сумел, тот и выбрался. Своим умом, своими физическими силами. Кто-то за счет папы, за счет мамы, за счет... Блядь, как бы тебе сказать так... За счет ресурса чего-то, дядиного, неважно какого, политического или какого, любыми путями кто-то как-то выбирается. Вот так вот. У каждого стихия своя. Каждый тут сам по себе. Тут нет объединенности. Он несет иногда такую пургу. Кому на Руси жить хорошо, на ваш взгляд? Такой запрос. Россиянам. Россиянам, да? Все. Отвечаю, не хотим. Извините. Кому на Руси жить хорошо, по-вашему? Ну ладно. Ну и хуй с ним. Совершенно очевидная вещь. Кому на Руси жить хорошо, на ваш взгляд? Всем. Всем, да? Да. Все хорошо живут? Нормально, меня устраивает. Устраивает. Так что? То есть все нормально, да, у вас? Не хватает. Олигархам, да? А другим людям, простым людям? Не очень. А почему так в России сложилось? Понятия не имею. Так исторически сложилось, да? Просто удивительно. Сложный вопрос. Вы даже не задумывались, да? Как нет. Кому хорошо, кому не очень хорошо в России? Ну, тем, кто любит работать, наверное, хорошо. То, что большинство и текущее, ну, нынешнее поколение российской молодежи, оно очень ленивое. Им только видео снимать, а работать никто не хочет.
Артисты, политики, да. А блогеры. Ой, это вообще отдельная тема. Как-то то есть так. В этом причина, да, если кому-то может плохо живется в России? Да. Других причин нет? Да. Других причин нет. Что это такое? Кому на России жить хорошо? Да, да всем хорошо, кроме нас, простого народа. А почему так происходит? Ну, потому что поднимаются те, кто на нас зарабатывает, на простом люди. Вот. Потому что ничего не делается для народа. Сам работаю на заводе и как-то не чувствуется, что как-то жизнь улучшается с каждым годом все хуже и хуже. Ну да, вот в России растет разница между богатыми и бедными, вот. И вот у нас Россия занимает одно из первых мест, поэтому. Скажите, как вы думаете, почему так происходит? Так уже до этого сказал, как бы из-за того, что на нас, в простом народе, как бы зарабатывают, мы трудимся, работаем, да, чтобы себя прокормить, а за счет этого как бы зарплаты, они все такие же остаются, а те, кто наверху, они как бы на этом и богатеют. То есть вы как человек труда, работающий на заводе, не ждете, да, никаких улучшений особо? Нет, я ожидаю только то, что с каждым годом все будет и хуже, хуже и хуже. Как бы... Надежд практически нет, да, у простых людей? Нет, надежда есть. Если найдется человек, которому сможет это как-то поменять. Ну, либо даже не человек, а общество людей. Ну, как мое мнение, что мы все сами можем что-то изменить в нашей жизни. Но... Надежда на перемены, да, к лучшему? Да. Ну, начать с себя, а дальше уже, может быть, найти единомышленников, которые помогут в этом. Совсем с ума сошли, что ли? Кому на Руси жить хорошо, на ваш взгляд, философски? Не знаю. Кто хорошо зарабатывает, наверное. А вам хорошо жить? Нормально. Нормально. Пойдет, да? Только в начале пути. Вопрос сейчас, вот тема такая, кому на Руси жить хорошо, на ваш взгляд? Такой философский, можно сказать. Кому на Руси? Чиновникам, блядь. Чиновникам, да, больше кому еще. Только чиновникам, а простым людям, вот нам с вами. Мне кажется, нет, нелегко. Все труднодоступно у нас сейчас в России, поэтому нелегко. Вот в России, говорят, разрыв между бедными и богатыми, он становится все больше. Почему так происходит? Ну, потому что работы мало у нас. Она, точнее, есть, но ее не оплачивают много кому денег. А так, я не знаю. Поэтому становится бедным. Так. То есть этот вопрос, кому на Руси жить хорошо, еще будет актуален долгое время, да, на ваш взгляд? Я так думаю, что да. Сволочи, евреи. Евреям? А русским? Русским плохо, да? А почему так случилось? Ну почему? Евреи у нас, Гусинский, Березовский, это. Всю страну разграбили. Все. У нас один хороший человек был. Евгений Максимович Фурмаков. Вот давайте сейчас подойдите к кассе. Ни одного русского языка не слышит. Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр. Вот. Вот и все. Да. Я ходил на выбор. Но больше я не пойду. По-другому сказать нельзя. Мне хорошо. Вам хорошо, да? Отлично мне просто живется. А вообще в целом людям как живется в России? Не знаю. Я про себя. А вам почему хорошо? У вас достаток? Ну, зарплата, может, хорошая пенсия? Спокойствие. Спокойствие, почему да? Хорошо, да. Любовь и спокойствие. Это хорошо, да, что у вас. Я рад за вас. Поэтому остальное все притягивается. Притягивается. Да. Притягивается, да? Все. Это очевидно. И залог этому развитие наших вооруженных сил. Знаете... Я самый инвалид, у меня Паркинсон болезнь. Я вот сейчас стою и думаю, как мне жить дальше. Честно, я не знаю. А что, помощи нет от государства никакого? 9800 пенсии, у меня гипертоническая болезнь, я после аварии. Женой с ребенком в аварию попал.
энцефалопатия после энда процесс на шейке бедра. Нога, короче, на 5 сантиметров. Сгибается наполовину. И экстрапирамидные расстройства. И врачам наплевать. Таблетки не выдают. Я выживаю, честно. Я не знаю. Живу пока с мамой, она помогает. Как жить дальше? У меня приставы вычитают с инвалидной пенсии. Я, когда болел, взял микрозаймы. Но нужны были деньги. Там 1000-1500. И накапало 50 тысяч. Сказали, не отдашь, голову свернем. Вот они сказали, что они не имеют права вычитать с пенсии инвалидов. И при всех моих заболеваниях мне положено не третья, а вторая группа, как минимум. Кошмар. А по суду как? Что не взяли инвалидность, а спорить, чтобы вам более высокую степень дали? У меня нет ни сил, не хватает денег. Нужно ездить на такси. Я не могу, у меня ноги не ходят. Сам езжу в Москву. Милостыню просить, честно. Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения. И кому на Руси жить хорошо сейчас? Всем хорошо сейчас. Всем хорошо? Да. Это совершенно очевидная вещь. А кому на Руси сейчас жить хорошо? Ой, точно не рабочим. А вы к рабочим, да, себя относите? Ну да. Скажите, а почему в России вот такая разница между вот богатыми и бедными, она растет? Потому что, блин, есть негодяи, которые карман деньги ложат, да, забивают, а остальным ничего не остается. Остальным остается работать. А что за прикол? Да, опрос проводим просто, вот спрашиваем, кому на Руси жить хорошо. Но знаете, как правда. Некрасов, вот это как правда. Раньше было, вот. Это правда. Изменилось ли что-то? Актуален ли этот вопрос сейчас? Да? Актуален, конечно. Да. Потому что надо жить. И деньги в карманы не сувать, а как-то вот так вот. Надо честно жить, да? Да. Все честно трудились. Ну, это никому не объяснишь. Это только в начале пути. Кому на Руси жить хорошо? Вот так. Всем. Вообще похуй. Вообще похую. Всем, да? Да, потому что, ну где вам, у нас шарик круглый. Где, ну, как себя проявишь, так и будешь. Правильно, а так плохо. Правильно? Согласен? Почему? Потому что потому. Живем как свиньи. И дохнем как свиньи. Только потому, что мы друг другу никто.